Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Сумасшедший трансвестит. Бесполезно. Чего? Коне такая мама не нужна. Ты совершенно не годишься на роль матери Фрэнки. Ну что за халтура? Ты же мастер, не мог получше накрасить, нет? Что с ростом и фигурой делать будем? Чего ради я тогда вызвался тебе помогать? Делать нечего. Придется искать жену. И вообще, я на этой неделе на вечеринку пойду. Конечно же, не одна. Что? У тебя есть парень? Ну, конечно же, есть. Сестренка, ты у меня очень доверчивая. Вдруг негодяй какой? Прогоню тогда. Дай его познакомиться. Ну, пока, спокойной ночи. И что мне делать? Нужно найти, с кем пойти на вечеринку. Узнать, что обманула, так решит, что я еще и патологическая врунья. Вообще ж доверие ко мне потеряет. Нужно найти себе парня. Нужна элегантная девушка, которой подойдет вдовец с дочкой и которая готова расписаться в пределах 2 дней. Хотел бы я посмотреть на такую богиню. Вот я не привереда, а даже на свиданке ни разу не был. Бедолага. Обойдусь без твоего сочувствия! Теперь мне нужно снять с тебя мерки. Пойдем со мной, милая. Бабуля, ты хочешь меня продать? Не будешь капризничать, не продам. Кошмар, где она только таких словечек понабралась? Так он тут с дочкой. Я чуть было не пригласила на вечеринку чужого супруга. Мне рассказывали, что некоторые жены за такое убивают. Впрочем, я бы скорее сама ее убила. Ой! Какой кошмар! Из-за таких мыслей кто-нибудь однажды догадается, что я наемная убийца. Нужно вести себя по-нормальному. Она убийца? Шпион? И убийца? Как же... волнительно! Девочка жаждала хлеба и зрелищ. Я было думала рассмотреть ее кандидатуру, но воздержусь. Я было думала пригласить его на праздничный вечер, но не хочется потом с женой разбираться. Анюточке так грустно, что у нее нет мамочки. Ты чего это вдруг? Так хочется, чтобы была мамуля. Вы пришли без жены? Ну, да. Моя жена скончалась 2 года назад. И с тех пор я воспитываю дочку совсем один. Значит, его жена меня не убьет. Притвориться возлюбленными? Да, все верно. Понимаете, я соврала младшему брату, что у меня есть парень. Если вам не составит труда, я бы хотела попросить вас сходить со мной на вечер. Еще даю вам слово, что у меня нет скрытых мотивов. И это, конечно, не за спасибо. Мне просто не хочется лишний раз беспокоить братика. Все понятно. Я помогу. Не шутите? Однако у меня есть встречная просьба. Такие вот дела. Буду рад, если вы притворитесь матерью Ани на собеседовании. Притворюсь ее матерью? Никогда не знаю, что будет завтра. Все, чего я хочу, это отправить дочку в хорошую школу. Ведь этого желала и моя бедная покойная жена. Папуля, врунишка. Какой хороший человек. Сперва попрошу просто помочь разок. А как выдастся момент, уломаю на договорной брак. Если считаете, что я подхожу. Благодарю. Тогда до следующей субботы. В общем, разберемся по-быстрому, чтобы я успел на вечеринку. Ты поможешь. Так, стоять, стоять! Я же простой информатор. В бою от меня толку вообще ноль. Молчу о том, что ты мне и так по гроб обязан. Там 78 предметов искусства на сумму свыше 3 миллионов дальков. Подозреваю, никто не заметит пропажи 1-2 побрякушек. С радостью помогу. Мистер Ллойд сильно опаздывает. Надеюсь, с ним ничего ужасного не случилось. Стоять! Кто вас нанял? Ты не предупреждал, что их там целая толпа? Кольцо я заберу себе. Это же бриллиант, нечестно. Это самое дорогое себе взял. Для маскировки понадобится. Заткнись и отдай. Я вас покину. Прошу простить за опоздание. Я муж Йор. Меня зовут Ллойд Форджер. Что? Меня бы устроил и парень, а не сразу муж. Проклятие! Из-за задания не то ляпнул. Ложь, ложь. Не могла Йор отхватить мужья такого красавчика. Опозорю ее перед всеми. Йор, дорогая, у нас тут горячий-прегорячий гратен приготовился. Ой, я в ножках запуталась.
Нихуя заявлять. Замечательно, что ты не хочешь разбрасываться едой. Но размахивать ногами не очень-то культурно, Йор. Ой, прости. Серьезно? Надо же, вкусно. И правда. Ллойд, кто эти люди? Чтобы мне ответить. Наверное, пациенты мои от маниакальной фазы не отошли. Оказывается, быть врачом очень тяжело. Купилась. Сюда, скорее. Ллойд, а это ничего? Вот так бить своих пациентов? Ну, понимаете, терапия путем сотрясения мозга сейчас передовая лечебная практика. Ого. Не пойму, то ли сообразительное, то ли умом не блещет. Осторожно, Йор! Еще один. Не успеваю. Headshot. Ой, простите. Вмешалась, хоть я и не специалист. Ллойд, понимаю, момент не самый удачный. Но давайте поженимся. Тогда давайте заскочим в мэрию подписать бумаги. Что? Сейчас? А зачем откладывать? Ой, точно. Где я его бронил? Зараза! Им некуда бежать! Йор, и в болезни, и даже в здравии, какие бы трудности ни ждали нас впереди, переживем их вместе. Знаю, мы тебе семья. Каждый день друг другу пишем. Знаю, я люблю тебя. Могу к тебе.